Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гия. Мы сегодня мы играем в криминалочку на Сирайон ролеплей на моем сервере. И я решил записать подробный обзор модпака. Модпак вышел примерно неделю назад. Вроде бы как. Я вообще без модпака играл. И вот я решил записать подробный обзор, потому что я не знаю, что снимать. Как бы стримы это понятно, но серии я без понятия, что снимать. Админ будни, возможно, не знаю. Пишите в комментариях, кстати, что бы вы хотели, чтобы я поснимал на своем сервере. Я снимаю сейчас рано утром, сейчас 6 утра. Онлайн 10 всего лишь. Сейчас мы направимся в автосалон. Кстати, у меня вот моя единственная машина, я ее купил недавно. Это Mercedes E420 HOG 38. Ну, номер я такой себе поставил, потому что он был свободен. Как бы, более-менее нормальный номерок такой. Поэтому я его поставил. Сейчас мы зайдем в автосалон. Я, возможно, покажу вам еще донатные машины. Если я вспомню их ID. Ну, короче, сейчас глянем. Давайте изначально зайдем в автосалон. Посмотрим какие-то автомобили. Так, перейти. Окей. Так, у нас модпак такой. Это у нас начинается дешевая машина, потом дороже, дороже, дороже. И в конце у нас мотоциклы. Так, вот такой вот грузачок. Цвет давайте 0. Что-то не хочет краситься у нас. Ну ладно. А, во. Так, грузачок. Ну, пишется BMW X6. Но это надо будет исправить просто. Так, BMW у нас вот такая вот есть. М3. Или какая-то. М6, по-моему. Это, по-моему, М6. Тут надо лям. Ну, цены вот довольно-таки дешевые. Да, вот это, конечно, надо будет исправить. Напишу скриптеру, пусть делает. Так, дальше идем. Лансер. Лансер сколько он стоит? 2,2. Вот, лупатенький. Как бы, прикольная тачка. Не знаю, мне нравится. Я решил такой купить тачку себе. Nissan, не помню, как называется. 400 тысяч. BMW M3. Такая красавица, кстати. Довольно-таки прикольная тачка. Мне нравится. Идем дальше. BMW еще одна. Это F10. X-Drive, по-моему. Mark 2 незамененный у нас. Давайте посмотрим все автомобили, какие есть. Не знаю, мне этот компакт нравится. Некоторые пишут, что типа не очень. Но как по мне, прям в самый раз. Модпак прям нормальный такой. Так, это у нас квадроцикл незамененный. Так, поджерик, BMW, не помню как называется, блин. Но бэха прикольная. Volkswagen. Не, Volvo это у нас. Так, Honda Civic, может, это я не знаю. Во, комарик вообще топовый. Комарик-то прям красивый такой. Так, Mitsubishi Pajero уже нового поколения. Mercedes E500. Феррари для Феррари. Я на самом деле бы заменил ее на другую Феррари. Какая была еще давно на Мазинке. Так, гелик у нас. Ну, гелик это понятно. Конечно, цвета такие рандомные выбираются, такие не очень. Так, красный. Сейчас какой будет красный, ну окей. Так, Toyota Supra, кстати, я себе покупал, но что-то она мне не зашла. Десяточка, пятнашечка. Honda. О, Volkswagen Golf, это прикольный такой. Golfик, Land Cruiser, BMW 7, Mustang, вот такой вот красивенький, кстати, тоже прикольный. Правда, не GT и не Shelby, но все равно прикольный. Согласитесь, приорка. Потом Honda, вот это Honda Civic точно теперь. Та, наверное, не Honda Civic была. О, прикольная тачка. Это у нас этот, блин, забыл, как называется. Infiniti, по-моему, да? Да, это Infiniti у нас вроде бы как. Не, ну нормальная тачка такая тоже. Шкода Octavia вроде бы. Если я не ошибаюсь, конечно. Nissan Skyline. Так, идем дальше. Volkswagen Touareg. Acura. Давайте по Бырику уже. Bentley. BMW M5.
F5, F10. Так, скутер, мотоцикл, мотоцикл, Хаябуса. Я бы на самом деле Yamaha R1 поставил. Так, ну модпаком я занимался, если что, поэтому... Да, все, закончились у нас здесь тачки. Давайте я что-то попробую найти из знатных машин и вам покажу. Так, вот из знатных тачек это Rolls-Royce у нас есть. Вроде бы как, да, это Rolls-Royce. Прикольная такая тачка тоже. Это тачка донатная. Не помню, сколько она стоит через донат. Ну, ее... Через вот донат вы вот так ее не купите. Это надо писать либо Леве, либо мне и покупать. Я не помню, сколько она стоит, но тачка прикольная. Статусная. Так, вот у нас такая еще машина есть. Chevrolet Tahoe это или Suburban? Suburban это, да, это Suburban. Тоже вот такая вот крутая машина. Тоже ее можете купить через донат. Я на самом деле не помню всех тачек донатных и цены на них. Ну, прикольная тачка такая. Такой большой такой. Не, ну прикольный. Раньше, по-моему, что у нас тут было? Таха, по-моему, стоял. Но это уже... Это как... Сугурбан. Старенький такой Сугурбан. Прикольный, на ксенончике. Вообще по кайфу. Кстати, на определенной машине еще есть винилы. Если что. Но я не помню, на какие, правда. Серьезно, вот не помню я. Вроде на Skyline есть винилы. Ну, на Леге, то есть, и так далее. Есть винилы. Давайте еще сейчас поедем, посмотрим вертолеты. Может, там что-то заменено, я просто не помню. Так, вот у нас покупка вертолетов. Давайте зайдем. 20 миллионов. Ну, они, по-моему, заменены, да. Что-то чуть забагались. Надо рестартировать делать. Ну да, они не заменены вообще. Поэтому смысла их смотреть нету. Так, я чекнул. Rolls-Royce за донат стоит 200 рублей. Я посмотрел. Еще донатачка. Это у нас монстр. Монстр. Вот такой вот. Я не видел, сколько он стоит. Но он не замененный. Хотя можно было, кстати, заменить. Я видел на других проектах крутую модельку. Можно было бы и монстр заменить. Ну что ж, на этом я буду заканчивать вот такой вот обзор. Показал вам тачки донатные, какие вспомнил. Это у нас было, был Rolls-Royce и Chevrolet Suburban. И вот этот монстр тоже донатный. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Заходите, играйте. IP будет в описании, модпак, группа и так далее. Ну что ж, всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside.